Хочешь смеяться до отключки? Заходи на канал Глюка. Куча веселых видео по Happy Wheels, GTA 5 и Майнкрафту. Олдскульные игры и также немного веселого неадеквата. Как делишки, ребятишки? С вами снова Эдисон. Добро пожаловать в Майнкрафт, в новую серию Пиксельмона, где сегодня мы будем продолжать ловить, искать и также прокачивать наших покемонов. Но, ребята, перед этим не забываем поставить лайк, ведь как только мы наберем 1200 лайков, я обещаю то, что я сразу же выложу новую серию Пиксельмон. И поэтому, когда она выйдет, зависит только от вас. Не поленитесь, пожалуйста, также подписывайтесь на мой канал. Я рад каждому новому подписчику, который вступит в нашу большую дружную семью. Как я уже повторялся очень много раз, каждый подписчик для меня как друг. Поэтому я буду очень сильно рад, если ты к нам вступишь в семью, как я уже сказал. Но, ребята, сейчас мы приступаем к самой серии. Ну что? Что мы будем делать? Во-первых, нам нужно докачать Галейт, или как Гелейт, или как он там называется, фиг его знает. Но самое главное то, что нам нужно его докачать, и ему еще осталось 19 уровней. Поэтому, ребята, мы сейчас сразу же бежим его докачивать. После этого мы... Я не знаю, сможем ли мы его докачать в этой серии, но постараемся. Постараемся, ребята, это сделать. И после этого в этой серии мы возьмем новую команду. Да, новую команду. Давайте посмотрим. Ага. Новую команду это во-первых, а во-вторых... Я не знаю, ребята, в этой серии будем делать новый топ покемонов или все-таки сделаем уже в следующий? Как думаете? Может, следующий? Кстати, я давно хотел словить... эту заразу, но я не знаю, честно. Я не знаю, на него нужно тратить мастербол. Честно, ребята, на него нужно тратить мастербол. Его можно словить обычным болом. Я не говорю то, что это нереально. Это реально. Но так же реально, как словить, допустим, легенду обычным болом. Реально, но сложновато все-таки, реально. Поэтому обычных болов, к сожалению, у нас сейчас нету. Вот смотри, у нас тут есть дайв-бол, это только для водных покемонов. 9 левел-болов, офигеть. Ребята, нам в следующих сериях уже нужно будет делать, опять возвращаться к болам. Я не знаю, в принципе, хватит сделать там по стаку левел-бола, стак левел-бола, стак ультра-бола или там уже квик-бола. И, в принципе, этого хватит нам уже до конца, я не знаю, до конца сезона хватит, не хватит, но нужно сделать как можно больше. Потому что у нас есть еще много покемон, точнее, в мире существует еще много, в мире Майнкрафта существует еще много покемонов, которых на данный момент у нас нету. Ух, ни хрена себе, 47 уровень. Поэтому, я не знаю, нам сначала хотя бы нужно прокачать тех, что у нас уже есть. И там, если честно, очень много, которые еще не прокачаны. Но смотрите, если мы в этой серии уже докачаем Гелейда, то мы его выложим и возьмем... 5? Нет, 6 новых покемонов. Да, вот я не знаю, стоит ли выкладывать Суйкуна. Потому что мы никогда не знаем, когда сможет заспамиться Кёгр. А Кёгр спамится под водой. А вы поняли, да, то, что я имею в виду. Хотя мы, в принципе, можем взять, допустим, Лапроса. Если мы возьмем Лапроса, то Лапрос может, он же может, да, под водой находиться. И мы, в принципе, на нем также можем плавать. Да, в принципе, можно, вы правы, да, можно взять того же Лапроса. Я не знаю, стоит ли тут вообще что-то делать, я просто очень хочу найти Шайни Белдума и Шайни Гулетта. Вот это два Шайни, которые я в данный момент хотел бы видеть их спам, да, но вряд ли это произойдет. Вряд ли это произойдет. В принципе, куда мы можем пойти днем? Днем... Я не скажу, что днем есть много мест, где мы можем побывать. Desert Hills. В принципе, мы можем пойти в саванну. Да, вот. Куда-куда мы можем пойти? В саванну. Сейчас. Почему туда? Потому что все-таки есть шанс, то, что сможет заспамиться Райкоу. А сейчас. Нет. А то, что он все-таки может заспамиться Райкоу, конечно, шанс невелик, но... Попытаться можно. Сколько раз мы уже пробовали, никто ни разу не спамится. Кстати, ребята... Иви. Кстати, Иви. Слушайте, если вы учуете то, что где-то кричит Иви, Иви, сразу пишите в чат, ребят. Не в чат, а в комментарии, да. То, что, мол, Эдисон там на такой-то секунде ты пропустил Иви. Потому что она спавнится вот тут. Я слышал? Или да, вылетит ты уже? Или мне все-таки показалось? Вот тут. Наверное, показалось. А кто тут у нас вообще? Нет,
это всякие пиджота. Нет, не нужно, ребята. Уходим отсюда. Уходим на поиски саванны. Было бы круто вообще найти. Я не представляю, где. Тут у нас пустыня, саванна где-то должна быть в этом направлении. Вот она. Давайте включим вот так. И сейчас у нас уже, в принципе, будет закат. На закате мы можем пойти, ну, я не знаю, Райкваза. Райкваза, какая в жопу Райкваза. Никакой Райкваза уже в этом сезоне не будет. О, Босяндрик, мы его даже не заметили. Ну, в смысле, сразу же не заметили. Вульпикс у нас уже есть, да, как я помню. Вот, 91 уровень, нифига себе. 34 уровень, сколько нам вообще сейчас до... Да. Легендарный покемон. Мы нахуй. Эта логика меня как убьет, конечно, когда-то. Мы находимся в саванне, но спамнится Селеби, которая находится. А, нет! Санфлав! Санфлауэр Плейнс! Нет, ребят, это Райкваза, опять, мать ее! За ногу. Это Рай... Опять нашествие Райкваз. Где? Где у нас Sunflower Plains? Я не хочу... Вот твою мать. Вот кого-кого, но я не хочу потерять Райкваз в очередной раз. Где у нас Sunflower Plains? Где у нас Sunflower Plains? Где у нас Sunflower Plains? Это очередной раз. Первый раз это босс. Я не знаю, ребята, давайте быстренько его убьем. Конечно, менять Райквазу на босса, это тупее все, что может существовать только в этом мире. Но я не представляю, где у нас Sunflower Plains. Я не знаю. Это уже второй раз. Но только сейчас заспавнились две Райквазы. Я не представляю, где Sunflower Plains. Что это нахрен за троллинг? Что это такое? Это второй раз такое. Первый раз мы находились где-то посередине пустыни за пару тысяч блоков от Sunflower Plains. У нас заспавнилась Райкваза. Где эти Sunflower Plains были? В каком нахрен направлении? Никто никогда не знал, никто никогда не узнал, потому что я находился посередине пустыни. Сейчас такая же хрень. Мы находились в саванне. Вокруг, вот давайте, я еще прям специально облечу вот это все. Вокруг саванны у нас находится пустыня. То есть в радиусе 200-300 блоков у нас нету никакого Sunflower Plains. Никакого. Была бы карта нормальная, я бы посмотрел, но на эту версию нету нормальной карты. У нас нету ни равнины, у нас нету вообще никакого другого биома. У нас саванна, большая саванна, и вокруг саванны большая, большущая нафиг пустыня. Я не знаю, что это за троллинг? Какой в жопу Sunflower Plains? Там, где мы находимся, в Sunflower Plains, целыми днями мы туда идем, вот где у нас, вот тут он находится, по этому телепорту, мы там ждем, никто не спамится, никто не спамится. Сейчас мы находимся в пустыне мы находимся в саванне, вокруг саванны большущая пустыня, спамится мать ее Райкваза. В какой глубинной жопе ты заспамилась? Я не представляю, где она спамится. Где? У меня уже такая бомбежка по поводу этой конченной Райкваза, что это с ума может сойти. Где ты тут, мать твою, увидела Sunflower Plains? Где? Иди ты нахрен! Вот честно, ребята, давайте вот всей компанией дружно возьмемся и пошлем ее. Иди, это еще один шайни хуйдум. Охренеть. Нет, это хундум, а у нас хуйдум. Охренеть. Только он нам нафиг не нужен. Там еще... Вот тут она, наверное, где-то в жопе заспавнилась и, наверное, уже пропала. И что самое главное, две Райквазы заспавнились. И мы находились около... Я не знаю, 500 блоков назад где-то в саванне мы находились. И она заспавнилась вот тут. Ты что, вообще охренела, что ли? Да какая в жопу Sunflower Plains за километр от спавна? Это... Я не знаю, как это объяснить. Ребята, хоть убейте, я не знаю, что это за хрень.
Меня уже так бомбит из-за этой конченной Райквазы, потому что это не первый раз, это уже второй раз, второй и третий раз, потому что вы видите то, что две Райквазы заспанились. Она заспанилась где-то вот тут, то есть ей похрен. И похрен, тут даже Sunflower Plates'а нету. Как она вообще умудрилась где-то заспавниться? Ты охренела! Райкваза, это сам... Я не знаю, ребят, что делать. Это самый конченый... Это самая конченная легенда, которая, наверное, только существует. Или у нее просто такой спам. Ей какой-то... Я не знаю, кто делал спам на Райквазе, но они что-то там напортачили. Мне вот... Все больше, все чаще и все дальше мне начинает казаться то, что это все-таки очень баганая версия. Ребят, вам не кажется? То у нас 20 раз подряд спавнится Суйкун. Я не представляю, с какого бока он вообще 25 раз спавнится, когда мы ходим и ищем Мью или Кьогра и Луги, у нас спавнится Суйкун. То есть сейчас Райкваза это второй раз. Ладно, первый раз совпадение. Ладно, второй раз совпадение. Но сейчас заспавились две Райквазы в один и тот же момент. И они заспавились где-то за 3000 блоков отсюда. Потому что там где-то мы вообще не видели никакого Sunflower Planet. Это охренеть просто. Иди, все. Иди нахрен. Суйкун. Нет, не сюда я тпхнулся. Вот. Суйкун. Давай, убей полностью. Нет, не сюда, а идем на остров. Убей меня. Пожалуйста, убей меня своим спавном. Заспавнится, я хочу просто, чтобы ты растоптал вообще нахрен вот эти все стереотипы и вот эти все принципы нахрен каких-то там покемонов. Просто такой в жопу Кьогр. Лугия, иди вон, какая Лугия. Ребят, заканчиваем нахрен этот сезон и начинаем новый сезон на новой версии. Что это такое? Что это такое? Я не знаю. И закрой пасть свои, друзья. Охренеть, что это такое? Что это за шуточки, прибауточки? Что это? Кто мне сможет объяснить, что это за хрень? Кто? Я не знаю, никто, наверное. Никто не сможет, потому что никто не знает, что это за хрень. Ребята, я не знаю. Мне не хочет еще один шайни зубат. Иди. О, ну хоть какая-то радость. Ребят, я не знаю, честно. Чем дальше, тем вот эти шутки и. Со спавном легенд меня все больше убивает. Я не знаю, что это за хрень сейчас. Как он нас убил? Сейчас мы... Охренеть, мы сейчас перекачаем. Ах ты ж мать, нафиг. Ну, хоть не перекачал уровень нафиг в желтиону. Охренеть. Что это за хрень? Что это за хрень? Три легенды за одну серию. Кто-то такое видел когда? Ну, в принципе, у нас вроде была такая уже фигня, но... Я не знаю, честно. Я не знаю, хоть вы меня убейте. Я не знаю, что это за хрень, честно. А, мне даже, если честно, больше думать не хочется об этих легендах. Вообще нафиг. Это последний... Зачем я его ударил огненной атакой? Ну, в принципе, ладно, подействовало. Я не знаю, честно, ребята. Может, забываем мы нафиг об этих легендах и заканчиваем этот сезон и все? То есть, потому что они меня бесят, если честно. Я не знаю, они меня очень сильно бесят. Эти... Есть вообще возможно такое, то, что эта версия реально забаганная? Возможно такое? То есть... Ты куда смотришь? Вот давайте сейчас, рассвет, мы еще раз пойдем, вот сейчас мы пойдем в настоящий Sunflower Plains. У нас тут настоящий, мать его, Sunflower Plains. Райкваза, сейчас спамся, сколько тебе нахрен влезет? Вот сейчас спамся хоть 30 раз, мы тебя ждем. Вот, реальный Sunflower Plains. Давай, появляйся, давай. Почему-то сейчас она не хочет появляться. Но если мы полетим куда-то нахрен глиняный биом, и Sunflower Plains будет за 35 тысяч блоков от нас, тогда она там заспавнится.
У меня в этой серии просто уже разбомбило весь всю жопу, честное слово, на мелкие кусочки за этой Райквазы. Это охренеть просто. Вот тут мы находимся в Sunflower Plains. Никто не спается, потому что никому это нафиг не нужно. Я говорю, ребята, сейчас мы полетим куда-то, фиг его знает, в джунгли, заспается Райкваза. Вот не хочется, вот честное слово, мне очень не хочется выдавать себе Райквазу через команду, то есть 4. Хоть вот сейчас Элеби заспавится, хоть в принципе это можно уже сделать, потому что это реально уже не смешно. Как она спавится, какими она вообще дикими способами спавится, мы находимся за пару тысяч блоков, спавится Райкваза где-то в жопе, где-то в Sunflower Plains, которого вообще в принципе не существует вокруг нас. Я не знаю, хоть убейте, я не знаю, иди в жопу. И все, идем мы на остров, докачиваем вот этого Гейлейден нафиг и выкладываем его. Иди ты в жопу, честно. Вот, ребята, заканчивать этот сезон уже как можно быстрее заканчивать, потому что он меня бесит. Я бы установил следующую версию, то есть я уже пытался, но это не работает, потому что следующие версии устанавливаются только на новые карты. Ну, в смысле, если ты загружаешь новый мир, да, вот тогда они устанавливаются. И там даже была не подсказка, а предупреждение, потому что новые версии Пиксельмона могут не работать на старых картах, которые были созданы до выпуска этих версий. Это реально так, это реально так. Я не знаю, ребята, может, нам опять стоит ночи подождать и уже нормально докачать, потому что сейчас я тут никого не вижу. Быстренько пойдем, выложим вот этот весь хлам, который у нас есть. Охренеть просто. Суйкун, у тебя, вот честно, у тебя все родственники какие-то, я не знаю, паскуды. Я не знаю, как даже скотины какие-то. Офигеть, Суйкун, а ты вообще охренеть просто. Это охренеть просто. Вот никогда, хотя, в принципе, бомбило у меня и не так из-за легенд, но в этом сезоне это что-то специфическое, честно. Я не знаю, что это такое в этом сезоне. Я просто, у меня просто в голове не вкладывается, что это вообще такое. И как это вообще реально, чтобы легенды вот каким-то таким жопастым образом у нас спавнились. Не знаю. Не знаю, честно. Так, что мы можем тут выложить? В принципе, у нас хлама дофига, нам вот это все нужно выложить, но, конечно, это все не остается, потому что тут у нас новенькие какие-то вещички поперли, которые мы никогда до этого не дропали. Нам, наверное, тут еще один сундучок нужно будет создать, но это давайте сделаем немного позже. Пока что мы можем это все сложить вот сюда. Это я сказал нафиг выкинуть. В принципе, пускай так. Ну что, ребята, подождем ночи. Вот у нас наступила ночь не ночь, но все же мы опять можем отправиться за... Вряд ли. Все-таки вряд ли. Давайте не будем за Райквазой, нам уже она нафиг не нужна. Давайте отправимся, докачаем нашего... Где ты? Еще один Суйкун. Этой ночью я даю вам обещание, то, что еще один Суйкун заспавнится. Верьте, не верьте, но это реально будет так. Этой ночью еще один Суйкун вылезет наружу. Это реально так. Увидите, ребята. Я вам не вру, если я говорю то, что еще один Суйкун заспается, это реально будет вот так. Потому что это шуточки нафиг, я не знаю. Это прям какой-то лучшая юмористическая программа только в Майнкрафте. Вот честно, ребята, я не знаю, там Comedy Club в Майнкрафте. Даже не то, что Comedy Club, это, я не знаю, честно. Сольное выступление там Петросяна, и то не так смешно, как вот этот спавн легенд. Потому что это даже, я не знаю, как это назвать, честно. Вот помните, когда у нас заспавнилась первая Райкваза? Я у вас спрашивал, мол, можно ли мне выдать себе Райквазу обратно? Ух ты, наконец-то шайни дроузи, розовенький. А у нас, кстати, нету шайни гипно. Ну, вроде, что-то у меня есть такие ощущения, то, что мы его когда-то ловили. Хотя вряд ли мы его сейчас словим, у нас вообще болов ноль. То есть, хрен его знает. Я не знаю, честно, ребят. Это шутки, мать его, с этими легендами. Ну, в принципе, о чем я говорил, то, что... Помните, когда у нас был спаун первой Райквазы, я у вас спрашивал, мол, можно я выдам себе Райквазу, потому что она заспавнилась каким-то кривожопым образом, и, то есть, вы сами видели то, что это как-то не очень честно, и сейчас вы, в принципе, второй раз это видите. Ну,
Наверное, сейчас кто-то напишет, мол, Эдисон, это реально какой-то баг, то есть выдавай себе Райквазу и не мучайся с этой Райквазой. Но как-то какие-то не такие ощущения, то есть если ты ловишь Райквазу своими руками, то ощущение намного лучше, но, как видите, вряд ли мы сможем это сделать в этом сезоне, потому что... О, круто. Вряд ли мы это сможем сделать в этом сезоне, потому что вы видите, то, что спаун реально кривой такой, что ты с ума можешь сойти. Мне кажется, это все-таки недоработка. Наверное, это баганая просто версия, потому что других вариантов у меня нету. Я просто не верю, что спаун может быть настолько кривой. Или то, что это случай, да, что, мол, вот один раз он так заспавится, второй раз он так заспавится, третий, четвертый, пятый, а шестой раз он уже нормально заспавится. Я не верю, честно, ребята. Вот с этими шутками вряд ли мы уже даже в этой серии докачаем Гейлейда. Конечно, хотелось бы очень, но вряд ли. Там у нас плавает Арбук, тут у нас, в принципе, нормальных покемонов нету, даже никаких боссов нету, к сожалению. А хотелось бы, но я никого не вижу. В принципе, мы можем еще отправиться куда-то. Я могу еще полететь в ту сторону с надеждой, то, что у нас кто-то заспавнится, честно. Но все же только с надеждой, потому что никто не знает, сможет ли кто-то у нас заспавниться. Кто-то мне говорил, то есть, мол, Эдисон создай там вот этот какой-то материк, да, в океане, то есть построй какой-то свой остров там с блоков, и будет намного больше шансов то, что у тебя заспавится Лугия. Ребят, это мифы, то есть это не работает. Я, конечно, могу попробовать, но в чем разница? В чем разница то, что у меня вот этот остров сейчас, и то, что я построю свой остров? То есть в чем вообще разница? Мне кажется, разницы вообще нету. Поэтому вряд ли я буду это делать. Я говорю, я могу попробовать только ради вас. То есть, мать его. О, босс. Это шайни у нас там опять заспавнится, который нам, в принципе, нафиг не нужен. Сейчас! Вы видите, ребята, что происходит? Мало того, что он босс, он еще и шайн. Офигеть! Если бы у нас не было шайни Литвика, я бы сейчас обалдел просто, честно. Но тебе повезло то, что мы тебя уже словили. Ух ты, ни хрена себе! Только зачем она нам вот эта фигня, если у нас уже есть механическая наковальня? Я не знаю. Офигеть просто. Этот сезон, это просто жопа. В прямом смысле, то, что тут спам настолько кривой, что это с ума можно сойти. Там, кстати... Это тот, о ком я думаю? Кто не знает, это самый мой любимый покемон в этом сезоне. Потому что он появился только в этой... Если я его даже не ставлю, я обещаю, то, что я на него потрачу мастербол. Шайни Зангуз. Гуз. Офигеть. Вот. Все, плевать я хотел на эту Райквазу, на этих двух Райкваз, которых мы не нашли в этом сезоне. Плевать я на них хотел, потому что я нашел Шайни Зангуза. Это окупает вот эти все старания в этой серии. Охренеть просто. Я так давно его хотел. Офигеть. Вот он, да. Вот повезло, знаете, то, что меня давно уже просили, мол, Эдисон, возьми Зангуза, он у тебя уже валяется в компьютере, почему ты его не качаешь? Вот, ребята, почему я его не качал, потому что сейчас у нас засмавится Шайни Зангуз. Он такой же, как обычный, только вместо красных полосок у него синие полосы, да, и, в принципе, офигеть. Честно, ребята, вот я всегда его хотел, но я никогда вам об этом не говорил. То есть, вот, например, хочу я Белдума или там Галета вот этого. Я всегда говорю то, что я хочу его, да. Было бы круто, если бы он заспавнился. Но в подсознании я всегда думал, как бы было круто, если бы Зангуз заспавнился. И сейчас он заспавнился. Я такой издалека вижу, бегает там Зангуз. Но что-то он какой-то вообще не красный. Потом заметил звездочки, и я все понял, потому что это шайни. Да, офигеть. Я его все-таки... Ребята, как думаете, брать ли его нам в следующую команду? То есть брать его капитаном в следующую команду? Шайни Зангуза. То есть в этой у нас Шайни Хуйдум. То есть, в принципе, тоже очень редкий шайни покемон. И стоит ли нам брать Шайни Зангуза? Мне кажется, это будет круто, потому что тоже редкий покемон, и, в принципе, я не говорю то, что он ловится каждый день. Офигеть, да. Белдум, конечно, ну, наверное, еще реже, так же, как и Дратини, да.
Но все же, 43 уровень. Если я его прокачаю в этой серии до 45, то в следующей серии мы его уже 100% докачаем, и в следующей серии мы его уже 100% выложим. 100%, да, ребята, потому что, ну, останется только 5 уровней. Только 5 уровней. Вот знаете что, когда будет рассвет, мы не пойдем за Райквазой. Мы не пойдем за Райквазой. Мы пойдем и немного полетаем, или даже поплаваем. То есть, с надеждой то, что у нас заспавнится и Дилугия, или Кьюр, или Дракини. Вот, в принципе, ну, близко у нас уже рассвет, поэтому, ребята, давайте заканчивать с этим катчем. Нам еще остался один уровень. Давай быстренько, дайте нам каких-то больших покемонов, большие уровни, и как назло сейчас никого нету. Охренеть просто. Дайте нам докачать. Эти два покемона появились в этом обновлении, на котором я сейчас играю. То есть в этом обновлении появился и Зангуз, и... Так, быстро. Хотя, в принципе, сейчас, давайте я догорю. Нет, Суйкуна давайте. Сейчас я договорю, ребята, давайте я сначала отправлюсь. Ага, офигеть. То есть, я повторюсь еще раз, ребята. Только в этом обновлении, на котором я сейчас играю, у нас появился и Зангуз, и Сивайбер. У меня просто не вкладывается в голове, как в одной серии мы смогли словить этих двух покемонов. И что самое главное, не то что обычных, а шайни. Я не знаю, ребята. Это офигеть. Шайни, ну, он, в принципе, намного реже. Так, боссов нету. Шайни, он, в принципе, намного реже и выглядит круче, да? Но это офигеть просто. Сейчас, ребята, мы отправимся. В принципе, вряд ли уже тут кто-то сможет заспавиться, кроме опять Суйкуна нахрен. Суйкун, пожалуйста, не спавнится. Я тебе уже посылал много раз. Мол, Суйкун, ты нас уже реально заколебал прям так сильно, что это может сойти с ума. Я тебе уже посылал много раз. Но видно, до тебя просто-напросто не доходит. Вот тот факт, что ты нам уже не нужен в этом сезоне. Все, хватит, харе. Я вижу, ребята, фосил, не кричите. Сейчас мы его поднимать не будем, нету смысла. Там еще один, там еще 35. То есть они не такие уж редкие, как, например, на предыдущих версиях. Да вряд ли кто-то заспавится вообще. Никто не заспавится. Все, я, наверное... успокоюсь с этими легендами. Я, наверное, сейчас просто сосредоточусь на каче, гимах, если мы, конечно, их сможем найти, и просто на командах. Мы будем их завершать, делать, и когда мы... Сейчас у нас было... Сколько у нас? У нас 40%, да? 40% покедекса. Если мы всех удалим шайни... О, еще один вот этот данж. Если мы удалим всех шайни... Не то, что всех шайни. Если мы удалим всех покемонов, которые у нас обычные, но мы нашли уже шайни покемонов, то, в принципе, у нас компьютер очистится так нормально. Да, реально нормально. Поэтому давайте, ребята, давайте закончим сезон. Вот пишите в комментарии. Давайте сейчас немного так рассудим, обсудим вот это все. Шайни у нас уже дофига. То есть, можем даже не говорить, что, мол, закончим сезон, когда там будет 50-60 шайни. Шайни у нас уже и так дохрена, и, в принципе, нету смысла их дальше считать. С легендами. Какая у нас была цель в начале сезона? 3 легенды. Потом я поднял до 5 легенд. А сейчас у нас уже 6 легенд. Все. Я не буду ловить всех легенд, потому что это большая запара, как вы сами видите. То есть, вот эти все суйкуны, вот эти все кьогры, вот эти все фигни, они... толком не спавится, и лучше Суйкун спавится, вот эти все кьогры, райквазы, все, заканчиваем. Сейчас наша будет главная цель, когда мы закончим сезон, и когда мы, то есть, на скольких процентах покедекса мы закончим сезон. Ребята, это зависит сейчас от вас. Я вам даю право выбора, то есть, пишите в комментариях, дайте я уйду с этого нахрен дома, потому что тут у меня FPS вообще такой маленький, что это с ума может сойти. Давайте я отойду немного подальше. Я даю вам право выбора. То есть, когда вы хотите, чтобы я закончил этот сезон? Вот этот сезон Пиксельмона. Когда? На 50% покедекса? Может, на 60% покедекса? Да что ты так жопа, ты лагаешь? Офигеть просто. Дайте я уйду с этого места. Охренеть, у меня везде уже так лагает. Вроде норм. Вот.
То есть на скольких процентах покедекса вы хотите, чтобы я закончил этот сезон? Пишите, ребята, в комментариях. Если будет 60, значит закончим на 60. Я буду прям упорно ловить всех покемонов, которые на данный момент у нас еще нету, да, которых у нас еще нету. Поэтому, ребята, пишите в комментарии, я действительно в следующей серии посмотрю, сколько голосов было и за что именно. На этом мы уже будем заканчивать. С легендами нам не повезло, как обычно, хоть Райкваза в этой серии заспанилась. И не один раз. Суйкун, как обычно, нас затроллил, но мы словили двух, офигеть, каких редких, плюс тому еще шайни покемон, да. Но все же, ребята, не забываем ставить лайки, ведь как только мы наберем 1200 лайков, я сразу же выпущу следующую серию Пикселемона, поэтому когда она выйдет, зависит только от вас. Не поленитесь, поставьте лайки и, честное слово, вы просто-напросто ускорите выход серии, это реально зависит только от вас. Также, ребята, не забываем подписываться на мой канал. Каждый подписчик для меня как друг. Я всех вас приглашаю вступить в нашу большую дружную семью подписчиков. Поэтому не поленитесь, нажмите на кнопочку, которая находится вот там в уголку или под видео. Ну, в принципе, вы знаете, красненькая кнопочка с надписью «Подписка». Поэтому не поленитесь, нажмите и вступайте в нашу семью подписчиков. Я буду этому очень сильно рад. Шайни Электрод, который у нас уже есть. Поэтому, ребята, на этом мы прощаемся в этой серии. Встретимся в следующей, когда она выйдет. И что это будет за серия, зависит только от вас. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.